Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. В любви выбирают партнеров, которые будут поддерживать их устремления и разделять весь спектр эмоций, но не позволяют ему быть лидером. Под управлением этого имени находятся все те, кто родился 6, 15 или 24 числа каждого месяца. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «У» дает человеку активное воображение. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Носители этого имени – отличные семьянины и хозяева дома. Они гостеприимны, любезны, высокоморальны, твердо придерживаются своих принципов и хранят верность супругам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.